Всем здорово, ребят, и в этом ролике у нас Сакура Гакуин, Хиарт, Хиарт, короче, что переводится, сердце не земля, вот так, и я не смог прочитать, тут так я переводчиком как спрашивал, и он так ответил мне, о-ла-ла, что я ничего не понял, И давайте посмотрим, с вами роликов давно не было, ну, 2 дня, давайте посмотрим, роликов не было из-за того, что у меня качалась игрушка, и ролики просто невозможно было выложить, и вот так, давай посмотрим с вами, а ты не забывай подписаться на канал и поставить лайк, погнали. Всем привет, с вами я, опять Данил, лайк поставил, посмотрим с вами, подписался, я появился на своем канале, ребят, тогда погнали. Ярч, вот ярч, херач. Пошли, девочки. Знаете, ребят, как где-то, знаете, в прошлом такое, знаете, вот такая вот атмосфера, знаете, такое вообще круто. Видите, у них уши как у эльфов, да? Как, знаете, как бы, вот сейчас они как типа эльфы, да? Нифига, вот этот переход прикольный был, знаете, так в замочную скважину так смотрит, и там такая сердечко такое вообще. Этот голос, ребята, вообще круто. Вау, what the fuck. Тоже что ли концерт решили сделать? Нифига, а чё, реально из лимона можно электричество добыть? Не, прикольно вообще, круто. О, ребят, я знаю, я скотина, то, что остановил на этом моменте, ну, прикольный ролик, сами скажите ведь. Да.
Прикольный приход, слушайте, да, вот это вот половина, типа они на улице, половина хоп, дом здесь, одна дверь с ихней стороны. На этом все, да? А нет, что? Сакура Гакуин. Там та-та-та-та-та, пишут на английском. Ну все, да, здесь все, конец уже, ребят. Что хотел сказать? Спасибо тебе, подписчик, посоветовал. Эта песня прикольная вообще. Вот особенно вот эта вот дверь, знаете, типа они в дверь такие удивленные, такие, типа они эльфы, да? И такие смотрят, там танцуют, они такие. What? Что? Что там происходит? What? Ничего не понял такой. Ну круто, это же. Скажите сами, что грут это по-любому. Ролик был прикольный. Лайк, подписочка по-любому себе должна быть. Наша цель подписчиков, ты знать должен. 1400 подписчиков, давай. На этом все. Встретимся с вами в следующем ролике. Советуйте ролики еще. И спасибо за просмотр. И всем пока. South side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright.